Ежедневно в комиссию по делам несовершеннолетних поступают так называемые тревожные звонки. И в каждом просьба помочь ребенку, оказавшемуся в сложной ситуации, или хотя бы проверить, все ли у малышей в порядке. Например, в этой многодетной семье месяц назад произошло пополнение. К сожалению, двойняшки родились недоношенные. Но, как убедились специалисты, узбекская семья обеспечена и детским питанием, и одеждой. Конечно, приходится ютиться в маленькой съемной квартире. Членам большой семьи разъяснили, где и как они могут оформить гражданство, и на какую помощь от государства могут рассчитывать. В случае необходимости помогать предоставлением субсидий, питания, помощи в регистрации по месту жительства и оформления каких-то документов. А вот другой адрес и неприятный инцидент. Трехлетнюю дочку мать оставила одну дома, и малышка, устав ждать, пошла искать маму. Поздно вечером, в самый мороз. К счастью, девочку обнаружил сердобольный мужчина и заявил в полицию. Теперь семья будет под наблюдением межведомственной комиссии. Хотя специалисты отмечают, что условия в доме вполне благополучны. Тем не менее, мама приглашена на консультацию к наркологу. Хотел, чтобы вот то отрицательное, что у мамы было, она до конца осознала и не повторила. Ну и хотела, чтобы этого ребенка любили, чтобы его оберегали. Отрадно, что межведомственная комиссия отмечает положительную тенденцию. Очень сложных семей сегодня выявляется все меньше. Большую поддержку оказывают и неравнодушные граждане, которые сообщают о неблагополучных случаях, да и сами готовы прийти на помощь попавшим в беду детям. Как говорится, мир не без добрых людей. Анна Золотухина, Никита Плотников, «Новости дня».